Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар. Нашел люкс-квартиру 2 плюс 1 на первой береговой линии. Этаж этой квартиры 4. Смотрите. Вот такая няшка на первой линии. С видом также на крепость Алании. Находится хорошее месторасположение. Рядом вся инфраструктура для жизни. На улице Барбаросса надо пойти где-то 100 метров в сторону гор. Вот такая большая 2 плюс 1. 115 квадратных метров брутто. Жилая у этой квартиры 95. Вся бытовая техника, мебель новая. Никто тут не жил. Квартира после ремонта. Бытовая техника вся фирмы БК. Духовка, плита и вытяжка Альпина. Мраморная стая, лестница. Балкон увеличили, соединили с гостиной комнатой. Тут где-то квадратных метров 35-40 полностью. Озолоченная, классический стиль. Оттуманов, Османская империя. Мягкая мебель. Теплых полов нету. У нас здесь пол. Да, керамика. 1 на 60. Угу. Шума от дороги большого нету. Вот можете услышать. Спальня находится позади, там шума тоже нету. В будущем объездную дорогу как достроят, не знаю когда, 2024, 2025, 2026, ждем. Тут я сейчас покажу вот пляж. Изъяты плиты, вот там песчаный вход, вот, вот здесь. С этой стороны где-то еще должно быть. И там впереди. Ну, нужно погулять, найти себе хороший именно пляж без плит. Люди играют в волейбол, кто-то рыбу ловит. У нас кондиционер фирмы Бека. 18 тысяч BTU. Инверторная. Ecologic Inverter. А++. Тут у нас коридор. Первая спальня, 12 квадратных метров жилых отмерял лазерным измерителем. Также отсюда вид немножко видит море. Угу. Тоже кондиционер фирмы БК. Еще так покажу. Тут есть открытый бассейн, зона барбекю и ухоженный сад. Один большой санузел. Здесь 7 квадратных метров. Мне звонят. Так, стиральная машинка фирмы Бека. Вытяжка с этой стороны есть у нас, и с этой стороны окошко, чтобы проветривать. Сюда устанавливается проточный водонагреватель. Вид на море прямо отсюда. Для тех, кто ищет первую береговую линию. Вот такие интересные двери.
Здесь жилая 18 квадратных метров у нас спальня. Также есть балкон. Королевский постель. Так, тарак, тарак. Еще. А, здесь тоже вот шкафчик. Поздравляю новых покупателей. Такой золотой. Да. Карамой для султанов. Ой, извиняюсь. Извиняюсь, не туда попал. Надо в эту сторону открывать. Такой шкафчик. Красивенький. А, забыл. Тут же еще и балкон есть. Вот балкон второй. Как открывается? Как надо открыть? Вот. Балкон этот не застеклили, а оставили для покупателей. Если захочет, может застеклить. Вот там улица Барбаросса. Такой фасад здания. Проект где-то 17-18 лет. Открытый большой бассейн, есть детский бассейн, душевая часть, там сад, зона беседки, барбекю. Здесь вот пандус, лесики, уходите, пешеходная дорога и вы около пляжа. Все в шаговой доступности. Там даже у нас остановка видна, рестораны будут рядом, уже строят муниципалитет Алани строит. И тут у нас один лифт. Старенький тоже, на 2-3 человек. Так. Картинку тоже вам покажу, павлин. Это доводчик? Не, есть доводчики. Ага. Покажу сейчас домофон. Вроде тоже есть умная система, что у меня просто домофон. Домофон. Так. Здесь у нас коридор. Один сосед. Лифт. Вот такой лифт. Вместимость 2 человека. Угу. Этажность 5-этажная. Теперь, дорогие зрители. Самое главное, цена этой квартиры. Холодильник, видите, новый. Цену хочу сказать. 222 999 евро. Звоните. Айдат 250 лир максимум скажу. Все. С вами был Агаси из Солнечной Алании района Махмутлар. Канал Недвижимость Турции. Парадайз Алания. Жду звонка. Всем пока-пока.